Всем салют, меня зовут Алан. Я Сергей. Это Корнел, а это... Say, я помад. Я помад. Я помад. Я помад. А это канал, канал Тарапык, значит. Самое культурно-выставочное шоу о марихуане. Сегодня мы, как и обещали, в общем-то, по-моему, в нескольких уже эпизодах отправляемся на выставку, экспозицию, посвященную Бобу Ивановичу Марли. Это одному из членов Зала Славы канала Тарапык. Одному из немногих, одному между прочим, из многих, да, исполнителей в мире, кто удостоился чести, да, собственного сюжета о себе на канале Тарапык. Там, в общем, нас ожидает несколько разных комнат. Ты себе расскажи поподробнее, ты уже ознакомился. Да, я так понимаю, они там построили... То есть, как бы такой ряд комнат, ты заходишь в одну, переходишь в другую и как бы путешествуешь сквозь эти комнаты, как сквозь бы через всю жизнь Боба Марли. То есть каждая комната посвящена какому-то эпизоду жизни. То есть, когда он еще жил на Ямайке, там у себя в джунглях, когда он уже жил там в Кингстоне или где он там жил. В Тренчтауне. В Тренчтауне, да. И, а ну, в джунглях это Nine's Mile называлось. Ну что, мы уже приехали почти что. 4 минуты. I mean, Alan was supposed to take this exit out 10 minutes ago, but it's fine, we can stay in this. No, lane. I'm actually... А мы же реально здесь сходим. Yeah, it's fine. Точно, no, bro, да. Stay in this lane. We have all the time. We have so much time. Вот пока курил я никогда не пропускал никакие. Ты видел сейчас, что еще не произошло? Вообще жесть. Buddy, fuck you, buddy. Просто люди. Buddy, fuck you. You see what I'm doing, buddy? Все, давай. Сейчас снимем драку, я снимаю нахуй. You are fucking. No, you are bloody. You are bloody, fuck. No, fuck you, man. Bloody fuck! Но я при всем вашем уважении, но я бы хотел проехать. Спасибо. Look. He's just like, you know, I'm gonna go in front. No, fuck you. No, fuck you, man. Fuck you. Приехали. Парковка забита, надеюсь, это не все туда. Ну какой ты модный. Ты как будто на рейв идешь, а не на Боб Марли. С адвокатом. А он как будто на свадьбу. Салют. This is my LGBT partner. His name is Peter. В Торонто жара просто капец. 32 градуса. Припекает. Да. Но нам недалеко, вот в этот дом. Жрать как-то хочется. Каждый раз, когда приезжаешь в Торонто, в центр города, хочется что-нибудь сожрать. Вот там вот, обратите внимание, вон Александрос. Александрос. Будете в Торонто, это One Yonge Street, не пропустите. Лучшее гиро в городе вот там. Серьезно? И заодно, ну, мне прям очень, да, нравится. Да. Оно, единственный минус, что оно маленькое. Ну и пацаны тоже сказали, что это прям очень... Ну, оно прям очень клевое. Нам сюда, господа. Пришлось немножко обойти, но мы нашли его. Вот он, Боб Соломонович. Красиво. Меня, кстати, между прочим, Боб Марли нашел в Инстаграме. Сам? Сам. С того света. No smoking, no ringing. А, ну все, пока, блин. Это оскорбление просто. О, классно. Здравствуйте. So you actually speak Russian? Yeah, I'm from Uzbekistan. А, по-русски говорите? Yes, Узбекистане. А, классно. Окей, первый... Выхожу английский по-русски, я не могу. Как угодно вообще. Я просто думаю, чем человек не знает. Да, ничего. Ну, он немножко знает. Да, понимаю. Знает, да. Это шоу, вы можете гулять, сколько вы хотите, там есть... Вы можете видео, фотографии. Некоторые арт нельзя трогать. Ага. Нельзя трогать. Если вы хотите, вы можете сколько хочешь, вы будете здесь. Первый, когда вы уходите в зал, налево the washroom есть, туалет есть, uh-huh, можете. Но если вы уходите, вы не можете пойти опять внутри.
Вы можете, и там есть, I'll say this in English now, there is a smoke machine with water-based vapor, so if it's too much, just let one of the staff know. If it's too much, what? Because sometimes sometimes it can do too much. But it's a smoke machine with THC. It's water vapor. It's water vapor. Oh, if you get too much, just let someone know. Oh, я уже поверил было. Anyway, I'll scan your guys' tickets. Yeah. Как я наивная душонка подумал, да, что с ТГК там вейп будет. Ну вот так, это как бы ты, получается, не куришь все еще, а оно само. Музычка играет, ну, гитара. Это гитара Боба Марли? Похоже на обычную советскую гитару. Вообще да. Мадейра. Оригинальная Guild Madeira A20. Да, это действительно гитара, на которой он писал песни. Это songwriting гитар. С дырочкой. Но это уже было на 56 Hope Road в Кингстоне, которую ему подарил его продюсер лондонский, который, в общем-то, и помог его, скажем так, продвинуть в свет. О, это что-то, какие-то оригинальные фотки. Ну да, оригинальная, смотрите, оригинальная фотография Боба Марли и Wailers с Крисом Блэквиром, основателем Island Records. На Трюдо похож. Крис Блэкберн. Не, не, ну так не сильно похож. Готов поспорить, вот этот чувак накуренный там сидит. Какой? Ну вон. В темных очках. Скорее всего. Ну прикольно, оригинальные фотографии. Да, это, кстати, программа. Оригинальная программа для Боба Марли на его европейском туре, посвященному альбому Кая 78-го года. Да. Прикольно. Прям оригинал, оригинал. Там он турпас, смотри. Насколько все раньше было проще, когда не было этих принтеров. Просто как выглядел пас на весь тур. Да, не говори. Просто какая-то бумажка. Бумажка в этом, в бейджи, да, получается? Контрамарочка, ага. А это что у нас? А, типа, это он свою первую золотую запись получил. Я так понимаю. Причем здесь на фотографии альбом Uprising, это один из уже последних альбомов Боба Марли. Он такой максимально, скажем так, один из самых политизированных, что ли. Там как раз песня про Зимбабве, Африка Юнайт. Mm-hmm. Вот он посвящен в основном вот борьбе африканцев за независимость. Ну, прикольно. А? Это вот та самая пластинка? Да, и ну как бы смысл в том, что это настоящий типа винил. О, вау. И на нее нанесена настоящая запись вот этого альбома. Класс. То есть если найти достаточно большой проигрыватель виниловых пластинок, ага. И вот эти типа дорожки, они что-то даже не ребристые. Не, ребристые. Не, ребристые, да. Но, типа если ее проиграть, то проиграется вот этот альбом. То есть да, это легенды Боба Марли. Это настоящая пластинка. Вау, но это уже после альбом, вышедший после смерти. Просто здесь в этом альбоме, по-моему, он из двух пластинок состоит. И это, видимо, двухсторонняя пластинка еще, помимо всего прочего. Да, это двухсторонняя пластинка, сайд 1 и сайд 2. Ну, осталось найти теперь самый большой в мире проигрыватель для виниловых пластин. О, здесь, кстати, смотри, а вот, кстати, винила. Все пластинки оригинальные. Вот это первый альбом Catch a Fire. Записанный был уже на настоящей студии. Мое уважение вот за этот джойнтик. В этом джойнте, как бы он огромный, но да. Шмаль, которая в нем забита, содержит 5-6% ТГК максимум. Но возвращаемся обратно к терпеному профилю природной марихуаны. Меня это уносило к чертям собачьим. Я не знаю, там, что. Мне кажется, побольше уже было, когда ты был. Может быть, ну, может быть, уже, да. Типа, ну, вообще, там, да, селекция уже определенная. Так вот этот альбом, это был первый альбом регги. Вообще, этот альбом вышел в 73-м году. Да, сам стиль оригинально возник в 69-м году. Был одним из создателем стиля был, кстати, китаец, ямайский китаец, Лесли Конг. И вот это, получается, был первый регийный альбом, записанный на настоящей студии на очень крутом оборудовании. No sun will shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play.
Он на самом деле не очень впечатлил местную публику, между прочим, и они немножко разочаровались. Но следующий альбом Burning, который вышел уже в 1974 году, просто разнес Тренчтаун, и это, в принципе, уже положило начало карьере Боба Марли. Обложка. Да. Это. А, нет, это вообще, это даже, это даже не пластинки, это не пластинки, это, да. Типа какой-то вообще на металле как будто напечатано. Да. Ну и это слишком большая пластинка. Вот этот альбом Rastaman Vibration, на нем очень классная песня, если рекомендую всем послушать, называется Roots Rock Reggae. Это одна из моих любимых песен. Вот этот альбом стал по-настоящему популярным в США, и он действительно уже как бы вынес Боба Марли за пределы Ямайки. А вот этот альбом Exodus и Кая он написал в добровольной изоляции в Лондоне. Получается, он уехал туда просто, чтобы уединиться, скажем так, и во время своего уединения, мало того, что он там заделал одного ребенка, кстати, его зовут Джулиан Марли, но он еще и записал, помимо всего прочего, два альбома. «Подземелья и драконы». А это «Confrontation», этот альбом, к сожалению, уже вышел в 83-м году, он вышел уже после смерти. Он как будто в образе Георгия Победоносца немножко, даже какой-то, да. Какой-то есть, да. Подозрительный крест. Он стилизован, получается, под эфиопское христианство, да, получается. И именно даже когда он был похоронен в 81-м году, умер он, получается, 11 мая 81-го года, он был похоронен по совместным, получается, погребальным традициям. С одной стороны было христианство эфиопское, с другой стороны были растафариане. Этот альбом вышел уже в 83-м году после его смерти. Я, кстати, перепутал, когда там сказал, что это был самый политизированный альбом. Нет, самый политизированный альбом Боба Марли и единственный политизированный альбом. Ну, это тут по обложке видно. По обложке видно. Он называется... Это что за флаг вообще он такой? Он называется Survival. Какая-то африканская республика. А вот альбом Uprising, который вот он был, это как раз-таки один из самых религиозных альбомов. Ну тут видно. Да. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Кадры классные. О, это оригинальный шарфик Боба Марли. Да, действительно. Прикольно. Действительно, оригинальный шаг. Смотри, из зала славы рок-н-ролла его сюда привезли. Вау. Круто. А где у нас зал славы рок-н-ролла? Где-то, наверное, в Лас-Вегасе, да, скорее всего. Напишите в комментариях, где зал славы рок-н-ролла. Вот, кстати, оригинальный постер 84-го года. Тоже, кстати, из зала Music славы. Music Week топ 100. А, это топ 100, получается, чарт. О, ну правильно, тогда же не было интернета. Ну тогда уже и не просто, было. Просто на столбах вывешивали, да. Топ-10. Номер один альбом и номер топ, два кассета. Это в топ получается топ 100, да, и в топ 30. Вот он на втором месте.
прикольно. Да. А это типа топ 100 альбомов, да, и топ 30 кассет. Кассет, да. Ставь лайк, если все еще хранишь кассеты. И все еще перематываешь их вот так на карандаше. А вот прям рукописный текст на композицию «Turn your lights down low», написанный конкретно руками, рукой. Ой, это его почерк? Да, это прям его почерк. Но если честно, я не могу похвастаться почерком лучше. На самом деле, мой почерк, когда я пишу по-английски, значит, мы все немножечко Боб Марли. Может быть, это? Надо такое провести исследование, влияет ли каннабис на почерк. Кстати. Потому что вот я реально смотрю, это похоже на мой почерк. Вот у меня такая же, да. На русском у меня более кривой, а на английском вот я тоже вот так вот каждую букву отдельно пишу. О, это типа его платиновые и бриллиантовые записи. Да. Это, кстати, обрати внимание, вот здесь, например, UK Certified Gold Albums, и это вот все они, получается, имели ну, золотой стандарт, все эти альбомы. 900 тысяч копий продано. А это, о, это оригинальный чемодан, с которым Боб Марли ездил в тур. Но это не точно. Я думаю, это оригинальный чемодан, в котором привезли некоторые картины вот эти. But I didn't shoot no deputy. Zimbabwe. This song of freedom. Интересненько. Пойдем в джунгли. Здравствуй. А что у тебя фонарик? А не знаю. Так красиво в этих джунглях, смотри. Пойдем в джунгли. One love. Какого лешего здесь нельзя курить? Вообще. Зачем? Зачем тогда это все вообще? Сверчки тут уже сверчат. Какой-то обкуренный пацан тут сидит. Не, не настоящий. Папье-маше. Показать тебя людям хоть. У меня смотри, прям это. Сергей и Боб Марли. Кстати, вот на этом фоне хочется задать. Что-то записывается. Хочется задать бессмертный вопрос нашего канала. Сергей, а когда дреды? Кстати. Даже Боб Марли над тобой ржет, смотри. Альбом «Кайя» максимально рекомендую. Тот самый написанный в Великобритании. Есть такая группа «Комитет охраны тепла», и у них есть трек «Кайя». А самый главный незнайка. Вот поэтому лето у нас страшнее бабая. Но мы охраняем тепло. Где же ты, Кайя? Вот, кстати, Боб Марли, вот на каждой фотографии он... На каждой фотографии, обрати внимание, он курит. Да, потому что с его толером 6% шмали, тебе надо прям нон-стоп курить. Да, и только такие косяки. Вот здесь косяк получается примерно с большой палец вот так вот. Я сейчас как Боб Марли, но с 20% шмали. Хочу перерыв по этому поводу сделать. Сейчас он тебе с картины... Смотри, он тебе даже с картины подмигнул прям. Да, говорит, братиш. Light up! Да нечего лайдап, вот если бы, кстати, пластиковую шмаль лайдап. Большое упущение этой экспозиции, что как раз таки вот здесь в джунглях, где лайтап, можно было открыть вытяжку поставить такую, и люди бы спокойно себе курили. На выставке же мы нормально на той накурились. Да, на тут прям призыв буквально. Угу. Light it up yourself. Вообще прикольно такие, да, джунгли очень здесь. Класс. Такой красивый свет. Да. Интересно, можно качаться на этой? На сайте написано, что да. Да? Ага, она пристегнута. Прикована. Одна кружка была навечно прикована. А где кружечка? Ну и сказочка. Ну вообще красиво. Это приковали, чтобы сильно не раскачивался. Ну вообще да. Кстати, смотрите, мало кто знает, но когда Боб Марли жил на Ямайке, он занимался этим растениеводством, выводил всякие новые растения. И вот он вывел, во-первых, древовидную шмаль. Вот она, видите, какие листья? Это вот в честь этого здесь поставили. Просто такие деревья.
деревья и шмаль. Но это еще ладно, это полбеды. Самое главное, он вывел лиану. Лиану шмаль. Вот она. Лиашма. Лиашма. Шмалиана. Шмалиана тоже классно, красиво. Почти как сенсимилия. Вот и вот в честь этого, это как бы вот репродукция шмалианы, которую вывел Боб Марли, когда жил на Ямайке. Да. Потом увлекся музыкой, забросил, а так бы... Ну вот на этой фотографии как раз таки он ее и приколотил. Да. Да, и попробовал, сказал, да нет, не то, и начал, и продолжил курить обычную. Блин, с этой комнаты прям выходить. Хорошо, когда в джунглях есть система пожаротушения. Да, вот, это правда. Если бы в каждом лесу был вот такой стенд, может и пожаров бы не было лесных. А если это честно, самый большой лист. Боб Марли, когда жил на Ямайке, он участвовал, была ярмарка в Кингстоне. Все приносили самые большие листья марихуаны. И молодой Боб Марли принес вот лист вот такого размера и победил. Да. Редко как-то видишь спички, даже на старых фотках. Да. Все равно какие-то зипы у всех или что, а тут прям спичечки. Кстати, первый альбом Боба Марли, Catch a Fire, его продавали, я, по-моему, в выпуске это упоминал, его продавали с зажигалкой Zippo. Прикольно. Довольно удобная вещь. Мало того, что у тебя хорошая музыка, которой по-любому у тебя есть хорошая шмаль, теперь у тебя с собой есть и зажигалка. Вот тогда уже, в 73-м году, умели делать маркетинг. А это Чалис, кстати, да. У нас есть посвященный Чалису ролик, обязательно даже посмотри. Два. Вот эта комната как раз-таки должна была содержать здесь различные виды курения, различные прибамбасы, особенно Чалис. Да. Здесь должен был быть круглый стол, все садятся, забивают Чалис и курят. Это упущение, я считаю. Вообще, и оно еще так, потому что на всех фотках курит, хочется прям покурить. О, oh, вау. Wow. Oh. Okay. So you have two channels. The blue channel is connected to the room next door, the projections. Mm-hmm. But once you see it's on green, it's actually going to be a staticky sound. So I suggest you don't do it. Okay. Other than that, here you go. Thank you. Thank you. No problem. Thanks. Оп. Любежика. Мы входим в специальную зону, в которой уже появляется музыка. Я уже ничего не слышу. Я тоже ничего не слышу. А, я так понимаю, это вон как раз-таки, это survival tour. Синий канал – это типа проектор, а красный канал – просто музыка. Упс. Это типа трек-листы. Вот они вот так вот были. Конкретно на этом концерте в 78-м году. Да, похоже, действительно, что это с туров на коробке. Это вот Кая тур. Вот survival тур 80-го года. Прикольно. Там вон тоже концерты. Uprising тур. Они что, новый чемодан на каждый тур? Что-то как-то подозрительно. А вот на survival тур, между прочим, он уже 4 года как знал, что у него как раз-таки меланома. Uh-huh. И в 80-м году он провел за год до своей смерти, он провел один из самых крупных своих выступлений в Милане на 100 тысяч человек. Да. Вот, как можете увидеть, Питер Тош прямо сейчас забивает себе косой, прежде чем начать играть. Ну а как еще начать играть, не забив? Они даже, обратите внимание, они как канал Торопых, в принципе, в своем расцвете, скажем так. Вот. Они даже не садятся, пока еще не раскурятся, обратите внимание. Вот, реально, это же типа вот, ну прям какой-то концерт, они уже... Ну или концерт, или репетиция, непонятно, да. Ну нет, мне кажется, они на сцене, не? Похоже, да, но вот Питер Тош уже все просто убитый, если не ошибаюсь, это именно Питер Тош. А может и репетиция? Или Банни Уэйлор. Не, вон там камеры стоят, смотри. О, оператор курит, нафига. Все курят. Это, видимо, съемка на телевидении. Тут, кстати, та же самая картина, которая у тебя на татухе. А? Здесь картина, которая у тебя на татухе. Покажи. Давай сравним. А-а-а!
Точнее. Да, это она. Это прям вот она, только здесь нарисована какими-то мелками. Тафгонг. Тафгонг до сих пор является одним из самых крупных ямайских лейблов, который производит просто хитяры за хитярами. Если не ошибаюсь, сейчас он управляется Сиделой Марли. Этот там, мне кажется, дочкой, старшей дочкой. Издается Дэмиан Марли. Дэмиан Марли практически и большое количество современных новых исполнителей. Если не ошибаюсь, даже кофе на нем уже издается. Наследие, настоящее наследие. О, это игровая комната, типа, да? Это футбольная комната. Вот она самая. Спортивная комната. О, смотри, тут машина стоит. О, это же этот музыкальный автомат, престиж. Вот смотри, можно добавить здесь One Love, Red Race, Sun is Shining, Sun is Shining. The weather is sweet. Make you want to move. You're dancing free. О, он любил играть в пинг-понг, я даже не знал. Ты любишь играть в пинг-понг? Ну, я играл в школе. Я тоже в школе играл, можно было бы рубануться на самом деле. Он прям вообще любил, я смотрю. Да. Ракетка у него своя была. А вот она, кстати. Да, видывал ей получше ракетки. Стоит отметить, ребят, что Боб Марли был в великолепной форме, я тебе скажу. Это настоящая? Ракетка настоящая, но к Бобу Марли она, возможно, отношения не имеет. Это вот миллион долларов на Иви. Ты что, возьми. Нет, это просто, это настоящая ракетка с ямайской помойки. Может быть, я играл в Боб Марли. О, вот, кстати, смотри, это бутсы, в которых он травмировал палец и умер от этого. Даже видно, вон там кровь немножко. Вообще, это даже не бутсы. Это его красачи с 70-х годов. Still with dirt, кстати. Написано, что прям вот с грязью. Ты почти прав был. Ну да, смотри. О, у него... Смотри, какая маленькая нога. 8,5. 8,5. А, 8,5 размера? Но он вообще сам невысокого роста был. О, это чтобы счет вести. Это подстаканники. Удобно? А, вот, смотри. Поставил бутылочку. Ну-ка, давай. Я одной рукой играю. Так, а давай, ты зелеными или желтыми? Ну, я уже с этой стороны, значит, я желтый. Давай, ты желтыми. Мяч ты, кстати, можешь пнуть его, мне кажется. Если подвинешь чуть-чуть. А где ворота, где мои? Ну, тебе надо... Вон мой вратарь. Да, тебе, значит, сюда забивать. Тут надо две руки, короче, чтобы играть. Я одной ничего не сыграю. Я так могу только сам себе. А почему забить. Мы достать до мячика не можем? Смотрите, патовая ситуация, все. Судья продажная. Именно обычно на этом моменте Боб Марли, ну его нахуй, начинал скручивать. Прямо на этом столе. Футбол – это часть меня. Когда я играю, мир вокруг меня просыпается. Что это значит? Мне кажется, он был накуренный, когда это сказал. Вполне возможно. Вполне возможно, что даже когда он играл, он был накуренный. А это настоящие ворота, на которых стоял Боб Марли. Думаешь? Но это не точно. А вот, кстати, футбольные картины эти... Смотри, какие шорты моднейшие. Раньше это были очень модные шорты. Adidas. Он их очень любил, он опять в них... А да, он реально невысокий. Ниже всех их. Классная стена как будто в образе какого-то трэпера. А вот, кстати, как этот, со стены плакат. Вот, да, это он. Только немножко по-другому стилизован. Это что, ребенок какой-то нарисовал? О, макраме, или как это называется? А, вот это, наверное, тоже нельзя, это тоже нельзя трогать. Мне кажется, это из какой-то мятой бумаги сделано. Да. А это неизвестно что. This J. Cole exhibit is awesome. J. Cole, that's what I said. This guy looked like J. Cole. We hurting our sisters, the babies as well. We killing our brothers, they poison the well. Distorted self-image, we settled the fail. I'ma make sure that the real gon' prevail, nigga. А тут тоже из зеркал и пластинок.
комната в честь переработки ресурсов. Здесь все сделано из старых пластинок, старой какой-то всякой херни. Знаешь, почему ты, когда все это говоришь, я чувствую какое-то богохульство? Это, кстати, прям в металле, по-моему. Это теснение по металлу. У меня с журавлями такая была в детстве. Только в таком, из очень тонком металле в таком. Ну, типа такая медная пластинка, на которой просто штампом захуячили. А у тебя был такой еще? Был такой у тебя плакат еще на туалете? Он обычно висел с китайской моделью. Нет. Не было? У меня был. Лайк, если у вас тоже был плакат с китайской моделью. У меня были такие... И там же такая бумага странная была такая, какая-то почти китайская. Как с полиэтиленом с таким. А ночью плакат зеленым начинает светиться, и на нем портрет Мао Цзэдуна в гробу. Ох, Китай. Прямо дичь какая-то. Радио Боба Марли. Лампы вряд ли его. Я думаю, таких ламп еще не было. Ну, 100% ты прав. Здесь бы тоже покурить. Да. Барабан Боба Марли. Работает. Да? Телевизор. На нем Боб Марли смотрел поле чудес. Yeah. In the country or the city, the 1994 Dodge Stealth is hot. Features a 5-speed 3.0-liter V6 engine plus dual airbags from Glendora Dodge. Здесь такая крышечка открывается, туда вода для охлаждения заливается. Ну, это вообще бомб серый. А сюда нет, этот бензин. Сюда вставляется бомб, а отсюда ты вот так. Мне кажется, или радио начинает играть, когда ты садишься в кресло? Видимо, да. Не очень-то он и... Соседи просто ругались, он поэтому специально тихий барабан купил. Соседи у него знаешь где были? Вниз по ущелью, через 3 километра примерно. Красота. О, смотри. Солнце всходит. Че, кто это? Это же этот, как его? А, это его дети. Это Snoop Dogg. А? Snoop Dogg'а я знаю. Это Snoop Dogg. Кого я знаю. Snoop Dogg, Зигги Марли. Это, кстати, если не ошибаюсь, Рохан Марли. Рохан? Рохан Марли. А что за чувак? А? А что за чувак? А вот этого я вот не очень знаю. Или вот это Рохан Марли, а вот это вот я не помню. О, а это же этот, как его зовут? А, Мик Джаггер. Мик Джаггер, да? Да. О, Дэмиан Марли, вот его я люблю. А вот Дэмиан Марли. Welcome to Jam Rock. Если вы не слышали этот альбом, вы просто обязаны это. Jam Rock, jump with the thugs and jump back. To bow now we didn't have one back. It in your handbag, your knapsack, it in your backpack. The smell of your girlfriend contacts. Это, наверное, один из лучших просто альбомов после... С НАСАм, Distant Relatives. Да, это вообще просто бомбезный. Топ. Check it, boom, you know what I mean? Me dip out a whole 14, know what I mean? And reload my next magazine, know what I mean? And wounded them housing scheme, know what I mean? Look for them a move sideways and lean, know what I mean? Can't come out when Monday in, know what I mean? We not like them colonial regime, know what I mean? Ethiopian not like Mussolini, know what I mean? Me queen of the rock and come in. Кстати, Stony Hill с Дэмиана Марли. Тут мы Дэмиана Марли тоже можете послушать. Там вот эта есть песня, как ее там. Medication. Your medication makes me high. Just be patient. I'm like a patient trying to find levitation. Run your fingers down my spine. Elevation. Your medication makes me high. Ну, вообще прикольно тут. Весь этот зал, я так понимаю, семье посвящен. Скорее всего, да, потому что это мама увидела его на фотографии. А здесь надо написать, видишь, надо написать, что написать. Что? One love from Venus. Что one love значит для тебя? Что one love это так для тебя? Потому что для другие люди это очень как. Да, прикольно. Это прям по-русски, да, так же прикольно. Вообще. Вот какая-то ведомость. Есть свободная. А вон свободная прищепочка есть. А во. G
Job bless вам, Тарапых. Yeah, so one love. А вот, кстати, этот альбом Distant Relatives, Нас и Дэмиан Марли. Послушайте, просто топовый альбом. Some of the smartest dummies can't read the language of Egyptian mummies. On a flag of a moon and can't find food for the starving tummies. Pay no mind to the youths, cause it's not like the future depends on it. We'll save the animals in the zoo, cause the chimpanzee them a make big money. А вот, кстати, даже вот внуки он, здесь вот есть. Он. Скажите, похож на Децела. Да. Одно лицо. Это Сиделла Марли, старшая дочка его. Красоточка. Это Джо Мерса Марли, это уже внук. Это еще один внук Скип Марли. Это Джулиан Марли, как раз-таки британский. Это Рохан Марли. Он, кстати, если не ошибаюсь, был... Рохан Марли? Да, он был... Он не музыкант, но он игрок в американский футбол профессиональный. Ну, по нему видно такие плечи. Что вот называется правильным маркетингом? Реклама должна быть в правильном месте. Сходили, насладились. И тут у вас теплых на выходе вот берут. Меня вообще и зовет говорят, она погнали, постоянно. Погнали, говорят, на Ямайку, давай уже пакуй. Один раз я там был. Один раз я там можно был, она продолжает меня звать. Exodus. А где? А, окей. You have only two vinyls, only Kaya and Exodus? Yes, only... Only two. Oh, okay. Okay, the we'll take. Are all the same or no? The posters are all the same. Exodus. Все, разжились винилами. А что, красивый винил? Вообще суперский. О, еще обратная сторона тут. Да. Трек-лист. Jamming. Красота. Movement. Three Little Birds. И One Love. Все а хиты. На твоем альбоме есть... Шмаль. О, здесь прям тексты, смотрите, прям тексты. Easy Skunking есть, потом есть какие Is This Love, Is This Love, тоже вот есть. Тоже вот три хита таких крупных. Ну-ка, покажи с фронта. Еще и с текстом. Симпатично. Вообще. А вот еще, кстати, мало кто знает, что незадолго до смерти Боб Марли готовил новое шоу. Любишь ты альтернативные реальности различные? И это вот костюмы, это вот жена его должна была быть, ага. А вот это сам Боб Марли. Но не срослось. А это, кстати, реклама, между прочим, Торонтовского Карибского фестиваля, на который бы тоже было неплохо сходить, между прочим. Когда он начинается? Сделайте вид, что вы не слышали, что мы все равно туда пойдем. И поэтому давайте ставьте лайки, как только это видео наберет. Побольше лайков. Так, через неделю после выхода уже. Короче, 1000 лайков, как только набирает видео, мы идем. 1000? Всего одна неделя будет, когда это видео выйдет. Тогда 3000 лайков. Давай, 2,5, не тебе, не мне. 2,5 тысячи лайков, и мы идем на Карибский фестиваль, там будет очень большое количество. Мы попробуем всю карибскую еду. Мамат сказал, когда вы говорите по-русски, всегда звучит, что вы слово проститутка всегда сказали, знаешь, потому что вы like, просто. Do you want prostitute? Короче, на Карибском фестивале будет очень много вкусной карибской еды, роскошных карибских женщин. Очень много. И Алан будет вот такой. Вайба, и я буду голым. Вот, только в этих перьях. Да. Чтобы вы понимали, на роскошных карибских женщинах, вот на самых консервативных вот столько одежды будет. На самых таких скромных. Это мы как-то плавно перетекли в другую выставку. А вот здесь уже, нет, это уже магазинчик, типа, видишь, что-то покупаете. Ну-ка. Посмотри, настольная игра с Бобом Марли. Смотри, The Game of Peace, Love and Unity. А что нужно в этой игре делать? Ну, настольная игра, мне кажется, там надо курить на время или что-нибудь такое. А нет. Как это жестоко типа... ты ошибался. Это что-то со сложными правилами. Мне кажется, это не для накуренной компании такие игры. Вот еще один пример бытовой дискриминации. Это вот не просто на выставке. Это еще и Вавилон, который захватил умы и не дает совершенно спокойно дышать нормальному растафарианину. Продается пиво. Вот если хотите бухнуть перед выставкой Боба Марли, пожалуйста, хоть 6 банок. Если вы хотите курануть, нет. А обычную косульку скрутить на выставке Боба Марли Ивановича. Боба Ивановича Марли невозможно. Легализуйте уже шмаль. Легализуйте уже шмаль в Россию. В России и в Молдавии, пожалуйста, уже легализуйте, пожалуйста. Здесь можно курить, да? Уже? Конечно, ну, да, уже можно. Ну, плюс-минус, это кафе. Пить можно, почему? В Канаде же во всех кафе можно курить. Да, в всех кафе можно курить.
сложили всю добычу. И идем что? Покушать. Жрать шавуху. Ради этого этому и посвящен сегодняшний выпуск. Пожранию шавуху. Смотри, какой этот кораблик. На таком еще, мне кажется, Том Сойер по Миссисипи плавал. Шаварма, шаверма или шаурма? А вообще мы будем гура есть. Правильно, гура. А что у вас здесь, кстати? Здесь египетская кухня. Египетская еда. Эти. Смотри, какие там сэндвичи. Такую. Сушеное мясо из мумий. Я, кстати, миллион лет назад ел только... В прошлой жизни. О, я только... это индийское. Вот я прям сразу чувствую, просто сразу запах карри. Мне нравится. Я еще. А вот здесь, смотри, здесь весь мир, здесь и мир. Вот тебе просто вот Торонто. В чем плюс Торонто? Сколько вот здесь? 20 метров. Вот ты поешь мексиканской, вот ты поешь индийской. Вон там ты поешь египетской. А вон там мы идем есть греческую. Вот такое вот местечко аутентичное. Кажется, что это забегаловка, но поверьте мне, вот будете в Торонто, если вы будете на вокзале, откуда отходят водные такси на остров, вот легко запомнить, где это место, зайдите вот в это гура. Оно реально выглядит не очень, но это очень вкусное гура. Вот хозяин этого места. Сразу видно, человек горд за свой бизнес и не боится показать свое лицо. 30 лет здесь эта точка находится. Шавуня. Гюро. Гура. Как правильно? Гюро. Гюро. Мы уже миллион раз гура ее назвали. Нормально. Гура — это, по-моему, какой-то жанр японского порно. Что-то такое. Как бы она вкусная, но маленькая. Вот единственный минус, что она маленькая. Так все прям очень хорошо. Как тебе гура? Вообще. Мне что-то как-то это не соленым показался, не соленый как будто. А это вот, смотри, это вот игры с дофамином. В прошлый раз ты что был? Хорошенько накуренный. Только хотел сказать, вот как бы сейчас мне не кажется, что это лучшая шаварма в городе, но я знаю, как ее сделать лучше. Записывайте рецепт. Маленький секретик. Записывайте, прям берите ручку, бумажку. Записывайте, выпиваете 3 банки пива, ровно 3, не 2, не 4, 3 банки пива, выкуриваете 1-граммовый джойнт, на улице должно быть уже темно, прохладно. Самое идеальное время, где-то после 8. И вот вас, как бы вы немножко подбуханы, вы попили, покурили, вам захотелось есть, вы покупаете вот этот гура, и этот гура будет лучшим в городе. На самом деле, что бы вы ни купили в этом состоянии, оно будет лучшим в городе. Ну что, вот так мы сходили на выставку, посмотрели. Да. Выставка, честно, была лучше, чем я ожидал. Я так посмотрел в интернете, какой-то чувак написал, типа, скучно, я все прошел за 10 минут. Ну, на самом деле, видите, как бы зависит от человека, кому-то скучно, нам вроде зашло прикольно. Да, даже без шмали, на самом деле. И вообще, мне очень понравилось, не знаю, я большой фанат творчества Боба Марли, его жизни, и для меня это всего лишь еще парочка пунктиков. Да, ты так уже просто пошел, там, то знакомое, это знакомое, ты там на самом деле... Это, знаешь, это работа моей мечты потом, уехать на Ямайку, быть там гидом. Вот этим самым. Вот этим самым. Да, ну пока можно вот здесь пофантазировать, что ты гид. Да. Ну, пишите комментарии, куда еще сходить. Мы сами не знаем. А, кстати, мы пойдем на карибскую нашу культуру уже через 2 недели, так что... Но только если вы наберете 2500 лайков. Да, чтобы за одни сутки прям вот 2500 лайков. И мы пойдем туда. А если мы не наберем 2500 лайков, мы все равно пойдем туда. Короче, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Кушайте гиру. Кушайте гира. Смотрите гуру, смотрите хентай, яой. Да. Кстати, я еще раз напомню, прокомментируйте, напишите в комментарии, какую следующую нам еду попробовать. Индийскую, египетскую или мексиканскую. Да. Я лично за индийскую. Я за мексиканскую. Ну, и комментируй. Все, пока.